Елена Корзинок, старший менеджер компании Reflame. Сегодня с вами я буду делиться теми интересными какими-то фактами, которые я нашла именно об уходе за лицом, теми интересными предложениями, которые на данный момент компания предлагает у нас в каталогах. И почему именно сегодня очень важно помнить об комплексном уходе. Давайте, наверное, начнем с самого начала. Какой же косметикой мы с вами пользуемся? Что мы с вами выбираем? Это косметику компании Reflame. Reflame, что для каждого это слово значит? И с чего оно, это слово, началось? Началось оно с мечты двух братьев, Йонаса и Роберта Афьюкнеса, которые решили основать компанию, которая бы предлагала средства по уходу за лицом, основанные на натуральных экстрактах, вытяжках из растений. 50 лет назад, когда в Европе был бум синтетических всех технологий, были там, я не знаю, рубашки из синтетических материалов и так далее, было не модно это. И они решили рискнуть и основать компанию, которая бы основывалась на натуральных экстрактах ингредиентов средства. И сейчас компания на протяжении 50 лет эту тенденцию она несет. Соки, вытяжки из растений, какие-то масла она использует. И их свойства она предлагает в своих продуктах. И вот 50 лет назад они начинали со своей мечты и ставили перед собой миссию воплощать мечты других. И, конечно же, воплощать мечты о красоте. Ведь самое важное – это то, что быть красивым нам вместе с вами. Сейчас компания уже 50 лет на рынке, представлена более чем в 60 странах, является учредителем Международного детского фонда. И миссия, которую она перед собой ставит, это воплощать мечты. У каждого из нас свои мечты, у кого-то путешествовать, у кого-то, я не знаю, подарить своим детям что-то. Но самое главное, наверное, у всех мечта или желание – это быть здоровым, быть красивым и хорошо себя чувствовать, отлично выглядеть. Я думаю, у каждого из вас такая мечта есть. Поэтому такая вот мечта именно воплощается компанией Reflame с помощью средств по уходу. И компания берет лучшее именно от природы и науки, которая сейчас есть, и очень сильно следит именно за передовыми технологиями, которые сейчас есть в мире. И есть самое важное, такие вот нюансики, мне хочется вам озвучить. Это то, что изначально компания основывалась как натуральные продукты. Если сейчас, ну вот раньше вы видели, может, каталоги, было подписано Oriflame Natural Swedish Cosmetics, то сейчас этой надписи нету, потому что в компании появилась еще одна линейка Wellness, которая к косметике не относится. Но точно так же вот этот принцип натуральности, он сохранился абсолютно в каждом продукте. И он придерживается, несмотря на то, что сейчас очень много прогрессивных таких вот технологий, которые они не позволяют быть натуральными, но компания это следит, несмотря на ни на какие препятствия, все равно, чтобы была натуральная продукция. Еще, кроме того, что натуральная косметика, это еще и прогрессивная. Очень много следит за тем, чтобы все разработки учитывались, которые сейчас идут в мире косметики. И в компании есть собственные научно-исследовательские центры, есть эксперты по уходу за кожей лица. Здесь в Дублине они разрабатывают, тестируют продукцию. И это 50 лет исследований в области ухода за кожей лица. Дублин, что это за город? Кто, ну вот вообще слышали ли о нем? Дублин, это Ирландия. Ирландия это один из самых чистых уголков вообще во всем мире. Потому что, во-первых, находится более севернее. В этой стране, в Ирландии, очень самые высокие требования по производству продукции. Несмотря на вот этим вот требованиям по сертификации, компания рискнула именно там строить вот этот вот научный центр для разработок и исследований. Что еще можно сказать о косметике компании Reflame? Ну, здесь то, что 160 ученых трудятся над всеми продуктами. Иногда это затрачивается более
нескольких лет. Если говорить именно об уходе за лицом, кто же работает над этими продуктами? Ну вот, к примеру, здесь на фотографии, вот по порядочку, как они стоят, я немножко о каждом из них расскажу. Холли Гренфелл. Это эксперт, консультант по уходу за кожей, более 30 лет в косметической индустрии, член комиссии ЕС по контролю качества товара. Ален Маван, директор Института исследований кожи Oriflame, 20 лет работы в косметической индустрии, автор более 40 научных публикаций и запатентованной технологии для продуктов Oriflame. Эмма Керни, научный сотрудник Центра исследований разработок Oriflame, 6 лет работы в косметической индустрии и исследований стволовых клеток. 5 лет изучения биологии и биоинженерии. То есть вот эти люди, которые нам дарят красоту, которые разрабатывают вот эти продукты по уходу за лицом, именно они трудятся над тем, чтобы нести нам красоту. Около 1600 новых ингредиентов они исследуют каждый год. И более 20 инновационных патентов. Что значит патент? Патент – это то, что уникальное вы не найдете больше нигде. И больше нигде вы не найдете такого вот действия. И вот, конечно же, используются, компании патентуют все-все-все разработки, которые у них получаются результаты, она все это патентует. И, конечно, что еще мы гордимся тем, чем? Это то, что компания сотрудничает с европейскими медицинскими университетами, такими как Королевский Каролинский университет, такими как Дублинский университет. И, конечно же, тоже не зря вот такая научная база, которая дает вот этот результат, и почему именно сейчас это актуально. Ну, в первую очередь, скажите, поставьте плюсик в чате, либо единичку, двойку, любой знак, кто из вас хочет выглядеть моложе своих лет. Кто из вас хочет выглядеть моложе, чем он есть возраст в паспорте? Кому хочется быть более моложе, как говорится, визуально, несмотря на те количество лет, которые есть, оно прорисовано никак. Кому хочется? Всем хочется. И если говорить о статистике, то 4 из 5 женщин не выглядят на свой возраст. Я думаю, вы любую девушку возьмете, даже если одинакового возраста, они все выглядят по-разному. И от чего это зависит? От чего? От чего вот так происходит, хотя мы все хотим выглядеть моложе? Дело в том, что проводилось исследование компании, которая Age Reflect называется, исследование старения кожи, где принимало участие около 1000 женщин, и специально классифицировались их признаки старения, какие на данный момент есть. И было выявлено 23 признака старения. Причем они абсолютно разные. То есть вы можете посмотреть, кто-то, например, ищет уход за лицом, чтобы он убирал мимические морщины, кто-то морщинки на лбу, кто-то вокруг губ, глаз. Но на самом деле их всего 12 признаков вот самых основных старения кожи. Вы можете посмотреть, какие они есть. И каждый, если все-все-все вот эти вот признаки в сумме собрать, которые есть, признаки старения, то вы можете посмотреть, что вы можете среди всех, которые перечислены, на 80% из них повлиять. Повлиять тем, как вы ухаживаете за своим лицом, как вы ухаживаете за собой, как вы любите себя. И не зря компания сейчас вот такой бренд представляет, бренд No Age, новый возраст по-другому. Очень много вы можете информации найти, очень много есть в социальных сетях и просто на страничках в интернете. Что он с собой несет? В первую очередь этот бренд несет интенсивный уход и плюс еще к этому целенаправленное воздействие на эти же признаки старения кожи. То есть те, вот, которые я перечисляла, целенаправленное. И что она дает? Это результат, бренд NovAge, это результат научных инноваций, передовых технологий и плюс еще к этому экстракт растительных стволовых клеток. Если помните, один из врачей, который участвует в разработке средств, она более 6 лет участвовала в анализе тому, как воздействуют стволовые клетки на нашу кожу.
Более 6 лет проводила она исследования. И получилась эта серия с клинически доказанным результатом. Что значит клинически? Это подтверждено документально. Знаете, как иногда проводят исследования? Вот такое вот ваше отступление. Контрольная закупка. Кто смотрел эту передачу, поставьте пятерочку. Кто вообще слышал, что это такое, чтобы я понимала о том, что нужно говорить. Когда есть покупатели, потребители, которые в зависимости от своих вкусовых предпочтений, либо своего настроения, они смотрят, ну вот, например, пробуют какой-то продукт и свое высказывание говорят, вот этот продукт мне нравится. Вот это называется потребительское исследование, когда в зависимости от моего настроения, от моего какого-то желания, либо моих эмоциональных характеристик, я оцениваю этот продукт. Это потребительское исследование. То есть, когда потребители просто говорят, вот у меня улучшилось состояние кожи, вот у меня здесь улучшилось там, количество морщинок меньше стало и так далее. А вот клинически доказанное действие, это когда в лаборатории проверяется, когда документируется, когда с точностью вы можете гарантированно получить результат. Вы будете уверены, если говорится клинически доказанное исследование, то значит точно, документально подтверждено, вне зависимости от вашего настроения, от того, какая у вас ситуация, хорошо или плохо, вы получите результат. Вот это называется клинически доказанное действие. И именно вот эти вот серии NovAge, именно эта серия дает клинически доказанный результат. И плюс для кого эта серия? Это предназначено тем, кто в первую очередь замечает признаки старения, рассчитывает на высокую эффективность ухода и нацелен на конкретный антивозрастной уход. И какой же секрет в уходе за лицом? Какой самый важный секрет? Ну вот как вы думаете, какой секрет? В чем секрет заключается? Вот есть серия, которую вы для себя купили. В чем секрет? И какие ваши варианты тоже хочется посмотреть. Потому что секреты у нас у каждой девушек свои, разные. И на самом деле секрет в уходе, в любом уходе, чтобы это было вместе, комплексно. Чтобы это было системно. И если говорить о комплексном уходе за лицом, то компания предлагает линейку NovAge с клинически доказанными результатами. Или линейку, которую тоже вы можете приобретать комплексно, это Eco Beauty. Причем Eco Beauty, она немножко по-другому отличается. Вы точно так же можете приобретать ее в каталогах. И хочется вам больше рассказать про нее, чем же она уникальна, которую вы можете видеть в каталоге. Но в первую очередь Eco Beauty – это натуральные ингредиенты и органические экстракты растений, которые в первую очередь заботятся о природе. Серия Eco Beauty имеет свои сертификаты, такие как Эко-Серт и Справедливая торговля. Эко-Серт – это независимая организация, которая была основана во Франции, и сертификат вот этот Эко-Серт, он признается более чем в 80 странах мира. Свободная торговля, тоже как сертификат, который имеет эта серия, он обозначает полное соблюдение правил в организации справедливой торговли, где плюс еще к этому вы дополнительно будете помогать развивающимся странам. Но мне больше хочется поговорить именно об Эко-Серте, что он дает, что он говорит. Вот вы можете видеть на баночках, вот, кстати, баночка, вот здесь вот Эко-Серт и свободная торговля. Это то, что говорит, что компания использует органические ингредиенты для этих вот продуктов. Это натуральные ингредиенты, которые принимаются очень строгие стандарты, начиная от подготовок почвы, то есть какими удобрениями обрабатывается почва, где произрастают эти растения, из которых делаются продукты, заканчивая выращиванием, сбора урожая и до обработки конечного материала. То есть вы будете уверены, что это здесь полностью натуральные компоненты используются. И, конечно же, еще плюс к этому хочется добавить, что все-все-все абсолютно продукты, они идут. То есть, если кто-то спрашивает, какие консерванты, 95% ингредиентов природного происхождения. То есть, масла, вытяжки, то есть, соки какие-то различные. И только лишь 5% компонентов, которые получены искусственным путем, однако
они идентичны натурально для того, чтобы сохранять, как говорится, консервант, чтобы продукт хранился по сроку годности. И что хочется еще добавить, какие же экстракты используются, какие продукты? Ну, во-первых, по упаковке хочу добавить. Здесь они у меня есть. Здесь, во-первых, любой продукт, который вы здесь можете видеть, это дозатор. Почему именно дозатор? Не просто открытая упаковочка, которая есть, для того, чтобы не поступал воздух, и для того, чтобы не вступала химическая реакция с воздухом и не окислялась. Точно так же, к примеру, крема, вы видите, тоже с дозаторами. И если говорить, например, тоже спрашивают, вот даже если очищение, мягкое щадящее молочко, тоже, вот вы видите, с дозатором. И крем по уходу для век, вот такой маленький очень такой тюбик, который, видите, тоже для того, чтобы очень мало поступал воздух, мало было контакта с воздухом. И по поводу ингредиентов. Что же за ингредиенты используются в этой серии? Шведская брусника. Это здесь в первую очередь это дает мощные антиоксиданты, жирные кислоты, которые не синтезируются самостоятельно. Ромашка, успокаивающее свойство. Здесь именно используется органическая вода, ромашки, содержит антиоксиданты и сахара, необходимые для здоровья кожи. Хлопок. Здесь используется экстракт именно семян хлопка, который обладает свойством, что богат витамином Е, жирными кислотами для того, чтобы обеспечить комфорт. Примула вечерняя. Здесь она антиоксидантные свойства, омега-6, витамин Е, и увлажнение. Василек, органическая вода здесь используется для того, чтобы тоже антиоксидантная защита была. То есть серия очень сильно защищает вашу кожу. Но нужно помнить, что обязательно ухаживать в комплексе. И если говорить о том, что значит еще в комплексе, это серия Novage. Серия, которая идет сильные, активные, антивозрастные средства для сохранения молодости. Вот это они, вот эти серии, которые воздействуют именно точечно на признаки старения, на признаки, о которых я говорила в начале. Всего их выделяется 4, в ближайшее время обновится серия Time Reversing, она в ближайшее время тоже появится, то есть она уже сейчас идет в ограниченном количестве. Первая серия – это True Perfection, вторая – Экологен, третья – Ultimate Lift, и в ближайшее время обновится Time Reversing. И каждая из этих серий дает свой результат. Давайте о каждой серии мы поговорим немножко поподробнее. Первая серия – возраст 25+. Для кого она? Для кого вы можете эту серию рекомендовать, либо для кого вы можете использовать, кто из вас может покупать эту серию? Это для того, кто заметил, что его кожа становится тусклой, либо появляются мелкие мимические морщинки на вашем лице, это тоже подходит. И именно эта серия, она содержит два основных экстракта, именно два. Первый экстракт – это экстракт стволовых клеток ягод асаи. Он повышает клеточный метаболизм, а также защищает кожу от агрессивного воздействия свободных радикалов. Это одна из главных причин старения кожи. Что, во-первых, эта серия дает? Сияющую кожу, тон и текстура заметно становятся ровнее. Второй из ингредиентов, который входит в эту серию, это экстракт персидской шелковой акации, которая способствует функционированию клеточного воздействия. И плюс еще к этому предотвращает старение кожи, кожи преждевременное. То есть первые признаки старения он с ними борется. Но важно помнить, чтобы это тоже было в комплексе. Что хочется сказать по поводу фактов этой серии? Серия Novage, это рекомендуется с 25 лет, борется с первыми признаками старения. Она, кожа становится в 11 раз более сияющей и повышается на 83% уровень увлажненности. Именно в комплексе, если вы используете, то в 7 раз получаете более лучшие эффекты, более лучший результат, чем если бы вы использовали по отдельности. Если говорить о следующей линейке, которая есть в компании, это линейка «Экологен».
для возраста 35+. Это когда мы уже начинаем замечать первые признаки старения, когда уже есть морщинки где-то появляются, когда какие-то, ну вот что-то мы замечаем, что-то не так. Вот, так вот, когда хочется, уже понимаешь, что тебе необходимо, то здесь серия 35+, серия коллаген. Что эта серия дает? Морщинки она выталкивает. На основе чего? Как она воздействует? Она содержит два основных компонента. Первый компонент, и он запатентован. Что такое запатентован, вы, значит, больше нигде не найдете. Это определенная технология, трипептид комплекса, комбинация натуральных пептидов, которые стимулируют выработку собственного коллагена. То есть у вас кожа из чего состоит? Ну, вот такой пример, я не знаю, как вам предложить. Вот есть матрас. Вот, к примеру, матрас, да, и вот если у нас пружины вылетают из матраса, какой он становится? Неровным. Ну, вот, к примеру, вот таким, да. Так вот, у нас наши пружинки в коже – это коллагеновые волокна. И чтобы у нас кожа точно так же была ровненькая, гладенькая, без вот этих проседаний, в том числе, так далее, морщинок, нам необходимо вот эти вот пружинки поддерживать. И вот эти пружинки, это коллаген. И чтобы этот коллаген хорошо вырабатывался, компания создала вот такой комплекс, который содержит одновременно антиоксидант, энергетик и плюс еще сам коллаген. Причем не сам коллаген, а вот такой как производное, которое воздействует, чтобы в коже вырабатывался вот тот самый наш коллаген. И если вы заметили, внимательно почитали, на основе натуральных ингредиентов, которые будут воздействовать на вашу кожу. Ну, вот такой визуальный пример. Вот тот же матрас, который вы видите. Справа он проседает, да, а слева он такой гладкий, когда цельные волокна. Так вот, это вот так воздействует эта серия. Какой факт, какие факты хочется сказать? И то, что вам были клинические испытания, которые дали, что через 12 недель уменьшаются ваши морщинки, сокращаются до 33%. Производство коллагена увеличивается на 200%. И плюс еще к этому нужно помнить, что вы результат получите в 7 раз больше, чем если бы вы использовали один либо два продукта по отдельности. Это вторая серия, серия линейки коллаген. И третья в линейке, Novage, это Ultimal Plus. Для кого она? Возраст 40+. Когда чувствуется, что вот уже возрастные изменения, которые есть, когда немножко контур другой, когда где-то, может быть, вы чувствуете, что вот здесь вот поехало лицо, чуть-чуть плывет, да, то вот здесь это все уже для этого решения проблемы, этого признака старения. Вот здесь на рисунке вы видите, да, то есть уже после 40 лет немножко изменяется контур лица, немножко изменяется, появляется вот носогубная такая складочка, которая уже добавляет нам возраста. И именно с этими такими целенаправленно признаками старения борется вот эта серия Ultimate Lift. Почему именно вот так целенаправленно? Потому что проводилось очень много исследований. Именно Ален Маван проводил, это директор исследования Института кожи, о том, что преждевременное старение, а за него отвечают фибробласты. И если становятся они менее гибкими, то кожа теряет вот эту упругость, и контур лица становится не таким четким. И как действуют вот эти фибробласты, как вот пришли к этому вот исследованию. 7 лет проводились эти исследования, было исследование более 1000 активных ингредиентов и проанализировано более 30 тысяч генов. И было совершено революционное открытие, которое компания сейчас запатентовала, уникальный комплекс Asparta Lift, и не зря на протяжении вот прошлого года все-все-все наши клиенты, мы в том числе пробовали, об этой серии рассказывали, и не зря по итогам прошлого года серия
на Wage заняла первое место, получила награду, как лучшая серия в уходе за лицом, комплексный уход за лицом среди прямых продаж. Я думаю, это здорово и заслуживает ваших восклицательных знаков в чате. Так вот, в чем заключается этот комплекс Aspartalip? Он воздействует на наши клеточки, на нашу кожу. Вот чтобы эти вот какие-то такие ингредиенты в коже под названием фибробласты начали работать так, как будто бы вам уже 20 лет, помолодели они. И какой же результат они дают? Ну, в первую очередь, они дают результат, что кожа становится более упругой через 28 дней. Это клинические исследования. Улучшается состояние кожи. И вот вы видите просто на картинке, что уже плюс, в зависимости от состояния кожи, в котором вы начали ухаживать, вы получаете результат. Чем хуже состояние, тем более заметное улучшение состояния кожи через 28 дней. И что еще содержится в этой серии, серии Novage? Это экстракт растительных стволовых клеточек. Это тоже Будея Давида, клинически доказанный результат, то, что сокращение глубоких морщин, антиоксидантная защита и высокое качество и эффективность этой серии. Вот, так что на 70% более упругая кожа у вас становится. Если говорить в цифрах, что хочется сказать в цифрах? Ну, как я уже говорила, более 1000 активных ингредиентов, и если вы используете эту серию в комплексе, то в 7 раз более доказанный результат, чем просто вам бы хотелось, да. И, конечно же, хочется сказать, что когда мы получаем результат, действительно тот, который нам хочется, когда мы дисциплинируем сами себя, каждый день мы это делаем. Если говорить по цене, то кто-то спрашивает, сколько стоит серия Ultimate Lead, которая дает такой результат. Это как будто бы чашечка кофе в день для вас. Вот такой результат, чашечка кофе в день по цене, вы используете серию Novage и получаете тот результат, который компания заявляет. Но самое важное, чтобы вы понимали, что нужно пользоваться серии комплексно, именно комплексно. И здесь компания предлагает такие подсказочки. 4 простых шага. Очищение, уход за кожей вокруг глаз, активатор и основной уход. Давайте о каждом из них поподробнее мы поговорим. Немножко из своих каких-то подсказочек дам. Но просто хочу сказать, что когда вы начинаете пользоваться, это всего лишь 2 минуты, 2 раза в день, и плюс к этому вы получаете 4 продукта, которые используют, замечательный результат для себя. Как эти продукты, в какой последовательности использовать? Вот здесь вот кратко, как используется. Вы используете очищение, тоник, очищение, тонизирование, уход еще раз за кожей вокруг глаз, активатор, дневной и ночной крем в зависимости от дня. Если говорить о каждом из продуктов, очищение, тоник, они выполняют каждый из них свои функции. Если говорить об очищении, как им правильно пользоваться? В первую очередь наносим утром, когда просыпаемся, либо вечером перед тем, как ложимся спать, на все участочки лица, за исключением области вокруг глаз. Желательно наносим по массажным линиям. Если мы умываемся, как идут массажные линии? От середины подбородочка к мочкам ушек, от уголков губ к серединам ушек, от крыльев носа к верху ушек. Здесь вверх и вниз к височкам спускаемся. Над губами вверх, то есть получается, не забываем ухаживаем за шеей. Здесь получается все время вверх и возле ушек вот здесь вот вниз. Но что следует помнить, что когда мы умываемся, либо ухаживаем за своим лицом, ни в коем случае не рекомендую не наносить все средства вот так вот опуская вниз. У нас и так носогубная складочка появляется, поэтому не помогаем нашей природе еще больше образовывать эту носогубную складочку. Поэтому если мы умываемся или очищаем, делаем по массажным линиям таким вот образом. Первое время будет непривычно, потом привыкаем, но в любом случае делаем, пользуемся, очищающее средство наносим, если это молочко, на ватный диск
И протираем, наносим на кожу молочко после того, как оно полторы минуточки побудет на нашей коже, ватным диском стираем. Ни в коем случае, где кто-то делает ошибку, наносит на ватным диском, ватным диском протирает лицо. Нет, а молочку необходимо подействовать, поэтому полторы-две минуточки оно находится на нашем лице. Если же мы используем очищение в виде геля для умывания, то вспениваем ручки, очищаем личико и смываем водичкой. После того, как у нас мы очистили нашу кожу, у нас немножко нарушен pH баланс кожи, поэтому необходимо следовать завершающим этапам, это тоник. Тоник, он удаляет остатки очищающего средства и плюс к этому восстанавливает pH баланс кожи. То есть иногда, знаете как, бывает, кто-то, я иногда спрашиваю, после очищения стягивает ли кожу, то есть если кто-то умывается гелем для умывания, стягивает ли у вас кожу? И мне кто-то говорит, что да, а почему именно стягивает? Потому что нарушается баланс кожи. Поэтому обязательно после очищающего средства мы наносим тоник. Идем дальше. После того, как мы протерли все участочки лица ватным диском, тоник нанесли, после этого не забываем об уходе за кожей вокруг глаз. Декоративная косметика, она у нас смыта специальными средствами. Это средство для снятия косметики для вокруг глаз, оно, которое специально офтальмологами разрабатывается. И наносим крем для кожи вокруг глаз. Если говорить про крем для кожи вокруг глаз, то здесь абсолютно они разные в серии. В серии Экобьюти я вам показывала какой, то в серии Экологин и в серии Тайм Реверсинг он имеет специальный такой вот аппликатор, если вы видите, то есть роликовый, он еще дает специальный холодок нашим глазкам. То есть вы чуть-чуть надавливаете тюбик, вот на таком аппликаторе проступает средство, и после этого вы наносите крем для век. Крем для век наносится то же самое по массажным линиям, как их легче запомнить. Вот здесь, вот, как говорится, у нас морщинки как здесь идут? Ну вот в обратную сторону. То есть получается, крем для век наносим по массажным линиям, безударными пальчиками, то есть какие у нас есть, мы наносим по косточке и внутрь, и получается сверху по косточке и к внешнему веку. И получается, вот здесь вот вы можете почувствовать косточку, вот именно по вот этой косточке, не приближаясь к линии роста ресниц, чтобы ни в коем случае крем не попадал в слизистую, потому что любой крем, как бы он не одобрялся офтальмологами, он все равно, если попадет крем в слизистую, он будет вам щипать, вам будет казаться, что у вас аллергия. То есть крем, если вы будете просто наносить по вот этим линиям, уже кожа, все остальное, она возьмет и распределит. Нужно это помнить. Много ни в коем случае не наносите, потом проснетесь после вечера, утром с отеками на глазах. То есть по чуть-чуть буквально. Если говорить о серии NovAge, то здесь более такие ингредиенты дорогостоящие, более такие очень уникальные. Поэтому вот здесь вот вы будете видеть, что вот здесь в компании используют дозатор. То есть вы будете использовать дозатором крем для век. То есть здесь очень такая компания отнеслась бережно к этим продуктам, поскольку очень по высокой цене вот эта аспарталифт технология. И, конечно же, во-первых, крем для век используется только для век, крем для лица только для лица, и ни в коем случае крем для лица мы не наносим на область вокруг глаз, потому что если вы нанесете на область вокруг глаз, ожидайте на следующий день, у вас будут отеки под глазами. Если не на следующий день, то ну, через пару дней точно будет. Поэтому крем для век только для области вокруг глаз. Вот, если говорить о следующем этапе, после того, как мы очистили, протонизировали, нанесли крем для век, тоник впитался, мы почувствовали, что его нет на нашем лице, мы наносим активатор. Почему именно используется активатор, так называемая сыворотка? Она тоже идет дозатором, любая сыворотка, потому что она содержит в несколько раз больше активных компонентов, чем если бы это был крем. Почему еще плюс к этому она очень быстро впитывается, она проникает глубже в кожу, чем если бы это был крем. То есть если крем воздействует поверхностно, то сыворотка воздействует очень-очень глубоко. И сыворотка, ее минус заключается в том, что она не как крем защищает нашу кожу.
И, ну, вот здесь уже, да, вы видите, высококонцентрированная формула наносится под дневной или ночной крем. То есть я рекомендую под ночной, потому что в любом случае необходимо выдержать тайминг 40 минут до нанесения, до выхода на улицу. После того, как сыворотку нанесли, впиталась, кстати, такой тест для вас, если сыворотка впитывается мгновенно, вы не успеваете, вроде нанесли, а уже все, ее нету, то значит вашей коже просто не хватает влаги. Или вы мало пьете водичку, пьете кофе, или вы находите постоянно помещение с искусственным отоплением, но в любом случае вашей коже не хватает влаги. Вот, это такой вот маленький тест. Если говорить о следующем этапе, это дневной и ночной крем. Дневной и ночной крем, как им правильно пользоваться? Тоже наносим по массажным линиям. Распределяем точечно, да, и начинаем похлопывающими движениями, таким вот образом распределяем, массажируем, устраиваем себе салон красоты. Здесь точно так же, по массажным линиям, к височкам. Если не ленитесь, устройте массаж тоже и шеи, то есть спускайтесь ниже, потому что возраст нас, девушек, тоже говорит не только лицо, но и шея. Поэтому чем важны крема? Кстати, как вы думаете, какой самый крем важный, дневной или ночной? Заодно проверим связь, кто меня слышит, слушает, да, как связь. Как вы думаете, какой крем самый важный, дневной или ночной? И если говорить о дневном, то он в первую очередь, его главная функция – это увлажнение, защита от фактора старения кожи, как ОФ, от солнечных лучей. Ночного крема, он питает нашу кожу, насыщает важными такими компонентами, так называемыми, и плюс еще к этому активирует процесс старения, поскольку ночью кожа отдыхает, то вот все-все-все важные функции он выполняет. Ну что, разные такие мнения, ну, буду приводить вам пример, мне очень этот пример показательный. Вот представьте, что вы находитесь в пустыне. Находитесь в пустыне, вы день находитесь, два находитесь, три находитесь. Вы не ели, не пили, вы все на третий день все изголодались и пить хотите. И приезжает, прилетает вертолет и доставляет вам вот много-много воды и ваше любимое блюдо, я не знаю, крылышки там или что-нибудь, или картошка жареная, или там, может быть, голубцы, ну не знаю, ваше любимое блюдо. Что вам захочется, вот если вы три дня в пустыне ничего не получали, что вам захочется больше? Я думаю, вы согласитесь, что воды, воды в первую очередь захочется. И точно так же наша кожа. И пока вы водой не напьетесь, любимое ваше блюдо вам не захочется есть, пока вы не насытите ваш организм водой. Точно так же наша кожа. Пока вы ее не увлажните, пока ваша кожа не получит достаточно влаги, никакие питательные вещества, никакой ночной крем, вы просто будете выбрасывать деньги на ветер. Иногда есть такое, ну как миф, подберите мне какой-нибудь хороший ночной крем. Нет, важно в первую очередь, в первом случае подберите дневной увлажняющий крем. Иногда большую часть морщинок, большую часть проблем мы убираем, просто используя дневной увлажняющий крем. Только после того, как вы увлажнили кожу, ваша кожа будет воспринимать все питательные вещества, которые есть в ночном креме. Поэтому если говорить о важности, то важнее, если выбирать из между из этих двух, то я бы выбрала дневной. Но если говорить о результате, то важны оба. Важны оба абсолютно правильно. Поэтому, если кто-то выбирает и пользуется только ночным кремом, ну, половину результата отсекайте, если вы игнорируете дневной крем, который будет увлажнять. Ну что, идем дальше. Это если говорить об основном уходе. Ну, по поводу использования. Дневным пользуемся после того, как очистили, протонизировали сыворотка, дневной крем. Ночной, очищение, тоник, сыворотка, ночной крем. Если вы работаете по сменам, то когда бодрствуете, вы наносите дневной крем. Если вы, когда ложитесь отдыхать перед сном, ночной крем наносим. Ну, то есть вот таким, как говорится, результатом мы пользуемся. Какие результаты мы получаем? До вот серии Time True Perfection, которая на основе шелковой акации, до и после, во-первых, кожа
пишите ящик. Кстати, кто пользуетесь, делитесь в чате отзывами. Я думаю, кто-то, например, задумается над этой серией, уже поделится, примет вашу рекомендацию для себя. Если говорить о серии лифт, Ultimate Lift, то вот такие результаты от одного из директоров, фотографии до и после, после 3,5 месяца используя. Видите, насколько улучшилась цвет лица. Здесь то же самое, результат 12 недель. Но это понятное дело, что нужно дисциплинировать себя каждый день, утром и вечером, каждый день, утром и вечером, вот так вот, 2 минуты в день мы тратим. И для кого эти наборы? Для кого эти наборы именно можно рекомендовать? И серия именно Novage, это дает максимальную выгоду. Максимальная выгода абсолютно для всех, как для клиентов, как для консультантов, так и для тех, кто является партнерами компании. А мы здесь в основном все партнеры компании. Почему для клиента самая большая выгода? Потому что, во-первых, 4 этапа, лучшая цена, потому что в комплексе, если вы посмотрите, клиент всегда покупает более экономно, более по выгодной цене. И плюс еще к этому клиент всегда остается доволен, потому что клинически доказан результат. Почему для консультанта это выгодно именно в комплексе наборами? Потому что, во-первых, лучшая цена за набор, более профессиональный подход можно проявить, более широкий, конечно же, обхват свойств, который дает именно серия комплексно. Почему именно для нас, партнеров, эта серия идет как инструмент? Серия Novage, комплексный уход, это инструмент для вашего развития, для вашего роста, потому что, во-первых, это более балловый заказ, рост команды более эффективный. Если вы просто думаете о том, чтобы развиваться в оборот вашего интернет-магазина, вы можете сравнить, что проще, 7500 штук мыла продать и получить 7500 баллов, либо 47 наборов. Поэтому это просто наш выбор. О чем мы говорим, о чем мы сами думаем? Самая лучшая моя рекомендация, если этот инструмент использовать для работы, в первую очередь начните с себя, будьте сами своим инструментом, потому что точно так же, как я рекомендую, например, помаду, либо тушь, либо тени, пока я сама не попробую, я не могу об этом продукте сказать. Сегодня у меня даже девушки спрашивали, что за помада у меня на губах, хотя она в течение дня уже, то есть я ее подправляла, но в любом случае меня спрашивали. То есть точно так же, когда ты сам начинаешь эти продукты использовать, ты можешь действительно рассказывать тот результат, который получаешь. И я скажу вам с уверенностью, что когда начинаешь ее использовать, эту серию, ваши результаты будут замечать окружающие. Насколько вы меняетесь, насколько вы становитесь абсолютно другими внешне. Поэтому для вас рекомендую, конечно же, использовать эту серию как инструмент для работы. Ну, для новичков, конечно же, это первый шаг к стартовой программе. Плюс выгодно. Поэтому рекомендую наборы комплексного ухода на Novage коллаген. И это очень отличный результат для вас, который вы получите. Вот, моя сессия, кратенькая, очень подошла к концу. Хотелось бы у вас спросить, какие вы... Поэтому поделитесь сейчас в чате своими эмоциями и что вам было полезным. Я хочу поговорить об уходе за кожей. Одно из преимуществ, которые есть у Орифлейм,